Ух, короче, здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и мы продолжаем RDR 2. Red Dead Redemption 2. Незнакомый человек у нас дальше идет. Дач велел вам пойти узнать о рабочих. И сейчас мы этим займемся. И надеюсь, что сможем удрать с этого проклятого острова. Тут на этом острове идет настоящая война между индейцами. Ой, не индейцами, а этими. Как их там? Ну, короче, местным населением, которого какие-то люди обратили в рабство, а сами тут охраняют плантации свои сахарные, бля. Возможно, они даже связаны с Левитом Корнуом. О, там кто-то висит. О, плохо дело. Ой. Транквилизаторными пистолетами они еще вооружены. А, кто ты такой? Ты кто? Чё, испанского не понимаешь? Ты откуда взялся? Откуда ты взялся, я тебя спрашиваю? Что ты здесь делаешь, а? Ты что здесь делаешь, а? Я американец. Меня зовут Левит Корвал. Они не знают, кто такой Левит Корнуолл, случайно? Есть лестница, есть окна. Ты цел? Не знаю. Может, мы еще успеем добраться до остальных работников. Кажется, из тех руин доносятся голоса. Давайте посмотрим, кто там. А куда именно идти? Я покажу. Батист. Паршиво выглядишь. Передохни. Окей. Возьми. И скорее идите. Идите за мной. Держитесь рядом. Я знаю, где тут можно незаметно проскочить. Окей. Не шумите и никого не убивайте. Пока что. Если они нас поймают, то рабочих точно убьют. Кто это такой? Один из людей Эркюля. Эркюля. Господи. Скорее. Прячьтесь. Regresar. Ah, solo tres meses más. Y a casa. Por favor.
Они ушли в другое место. Ладно, не отставайте от меня. Идемте, не отставайте. Да куда ж ты идешь? Не туда. Впереди еще два. Спрячься у той стороны. Отойди. Идите за мной. Спасите их, стреляйте в веревки. Так, черт, они сзади. Куда ж ты прячешься, болван, блин? В камни давай вот сюда. Нет, лучше не сюда, лучше вот... Вот сюда. О, вот это правильно. У нас много... патронов, да не, немного вообще. На крыше где-то. Еще один прячется где-то. Кажется, это был последний. Спасибо, друг. Я Батист. Работаю с Эркюлем. Мы тебе обязаны жизни. Да, всегда пожалуйста. Глядя на все это, я начинаю скучать по дому. Удачи, друг. Эркюль узнает насчет корабля, на котором ты и твои люди сможете отсюда уплыть. Встреться с ним. А, славно, славно. Вот, вот это тебе. Спасибо. Тут немного, но это самое малое, что мы можем дать.
Так, это тайное убежище, где Эркюль прячется. Ладно, мы выполнили вашу просьбу. Да, я же сказал. Хусар знает, кто вы. Знает, какая за вас награда назначена. И это плохо. Ясно. Ну и если мы его заткнем, то я помогу вам скрыться еще до того, как сюда прибудет кто-нибудь из Америки. Мы получим то, что нам нужно. Нам нужен тот корабль, который ты нам обещал. И вы получите его. Но здесь идет настоящая война, мой друг. Фусар вызвал кубинский флот. Сейчас на корабле никак не проскочить. Идем. За мной. Значит, у нас серьезная проблема. Наверное, этот корабль, который вызвал, настоящий военный корабль. Надо этому засранцу должное отдать. Похоже, у великих мысли сходятся. Мы или бежим, или сражаемся. Бежать кто-нибудь хочет? Что будем делать? Я пойду подготовлю орудие. Ладно, давайте этим займемся. Морган, пали в них. Стреляй в тех, кто на берегу. Так. Надо стрелять в них. Они там пушку пока прикатят. Которая нам поможет избавиться от них, от всех. Ну, заряжайся, бля. Эркюль, ты же сказал, что добудешь корабль для нас. Я его добуду. Чего ты хочешь от меня? Мы же в ловушке. Они приближаются, ну уже. Они приближаются опять. Где? А, вот. Я в него отсюда. Нет, все-таки попал. Сейчас. Иду, иду, иду. Черт, пришла еще толпа одна. Парни, дело дрянь. Ну, черт, а? Надо спуститься и зачистить берег. Подождите, я с вами. А я? Мы будем защищать пушку. Артур, бери дробовик. У них полно бойцов. Что будем делать? Надо идти вперед, иначе погибнем все здесь. Окей, согласен. Это даже весело будет, наверное. Блин. Ух, повезло, как помог кто-то мне. Так, можно идти. Артур, сюда. Ух, ё-моё, так можно было и сдохнуть. Локи со всех четырех сторон идут. Что же нам теперь делать? У меня есть план.
Ты прикрывай нас с правой стороны. Окей. А ты налево, Эркюль. Так, а я пойду куда? Прямо пойду. А, нет. С этой стороны сейчас в лодке постреляем. Блин. От пушки такой... такое трясение, что хрен попадешь. Теперь сюда. Кажется, это все. Молодцы, джентльмены. Ну и возвращаемся в форт. О, черт, они приближаются. Двое должны стрелять с пушками. Ты иди, Артур, а я их задержу тут. Уверен? Да, конечно. Думаешь, этой пушки хватит? Господи, какая пальба жуткая, да. Сколько же у Фусара людей, а? Вот в том-то и проблема. Неважно, сколько его людей, но нам надо убить его самого. Пока он не нанял кого-то еще. Чтоб тебя, придется сбоку лезть. Вот от... вот он из того военного корабля. Такая пальба идет. Все трясется аж, а не от пушки, от... которая сверху. Давай, ты вставай к орудию, я принесу ядра. Целься в корабль. Надо сделать пробоину побольше. А, перезарядка нужна. Попробуем в нос стрельнуть кораблю. Все? Отлично, блин. Сейчас они все сдохнут. Ну, уходим отсюда. Вперед. Вот это перестрелка. И что теперь? Они еще вернутся. Но я нашел для вас корабль. Он скоро должен приплыть на причал. Мика, иди познакомься с капитаном. Если на твой взгляд ты ему доверяешь, то скажи ему, что мы скоро выезжаем. Билл, помоги мне. Хавиру. Господи, что там, блин. Но это еще не все. Нам Фусара надо самого еще убить.
Я уж думал, мне конец. Парни, у нас проблема. Мистер Фусар нас не хочет отпускать. Он знает, кто мы такие. Если он задержит нас еще на несколько дней, а капитан этого корабля... Его связали, как хряка. Тут везде охрана. Вокруг пушки стоят. Поэтому, если мы попытаемся выйти в море, он наделает дырок в нас. Этот парень не начинает действовать на нервы. Да, он даже тебя не пытал. Мне нравится его стиль. Он методичный и мстительный. Однако же, в данный момент я не вижу другого выхода, кроме как освободить нашего дружелюбного капитана и уничтожить артиллерию. В кои веки я с тобой согласен. Рикюль? О, с Арбатом Фусаром мы покончим. Итак, Билл, ты останешься на корабле присматривать. Мика, Артур, давайте за работу. Рикюль, мы пойдем за тобой. Да, идемте. Фу, господи. Ладно. Подойдем к артиллерийской позиции сзади. А чё ж ты пушку-то не взял? Тут два часовых. Артур, достань нож. А, вот он. Не туда захожу. Разберись с первым, а я со вторым. Так, все чисто. Сейчас заложим взрывчатку. Ну давай, закладывай. А, на пушку, на вторую надо. Ты все хорошо закрепил, чехоточник? Да. А вот я что-то сомневаюсь. Да заткнись ты, Мика. Давай, дружище, беги. Один из них на крыше. Идем, там дальше еще пушки сейчас будут. Ну же, вперед! Да ну же, зараза! Киев! Поднимитесь наверх и разберитесь с остальными. Я заложу динамит у пушек. Скоро сюда остальные придут. Мы задержим их. Артур, иди наверх. Ой-ой-ой-ой-ой, плохо дело. Да меня убьют сейчас и все.
Ну что там у тебя с пушками, а, Мика? А, еще чуть-чуть. Так, парни, все готово. Отойдите подальше. Капитана держит в доме для рабочих. Сюда. Ну что, заходим? Да, Артур, по твоей команде. Пошли. Ох, блин. Так, выводи капитана из этого домика. А мы прикроем тебя. Так, где тут проход-то? Вот он. Сейчас, погодите, тут проход, я что-то не нахожу. Может здесь? А как войти-то в него? Да сейчас. Просто я что-то не вижу тут дверей, в которые можно войти. Да понял я, что он в синем доме, но двери не открываются. А, вот, все, открылось. Глюк какой-то произошел. Попылся, ублюдок. Мы все ублюдки, мой друг. Но лишь один из нас — подстилка негодяя, вообразившегося императором. Мы знаем, кто вы такие, но никто не знает, кто вы такой. Даже твой никчемный отец. Вы сдохнете, как крысы. Да, но не сегодня и не от твоих рук. Скоро здесь будет американский флот. Да, не сомневаюсь, и именно поэтому ты нас сейчас отпустишь. И ты здесь умрешь. Вот, держи. Удрал, зараза. Вы спасли мне жизнь. Спасибо, капитан. Полагаю, вы есть мой груз? Дач Вандерлинде. Приношу извинения свои. Идемте. Джентльмены. Идем. Возвращаемся на корабль, правда, сейчас. А что случилось с Фусаром? Он улизнул? Я его не видел. А что я только что сбросил-то с себя? Подкрепление опять. Это кто-то из наших попадает в меня. Попадал в меня сейчас только что. Еще один. Пристрели его. Не останавливайтесь. Надо найти... Надо до корабля добраться. Берегись, слева, на скале.
вперед, надо перебить их всех. Не останавливай здесь. Давай, вперед. Вперед. Ну уже. Подкрался ко мне и сдох. Обалдеть. Вот, держи. Я думаю, что фусар там в башне. Да, да, это точно он. Идиот. Ну что? Надо убрать его. Блин, вот попасть в башню. Он прикрывается пушкой, я его не подстрелю отсюда. Надо немножко в бок отойти. Ах, блин, я свалился. Сейчас я попробую. Блин, тут деревья, я из-за них ничего не вижу. Стреляй из пушки, Артур. Да-да-да, сейчас. Где тут пушка-то? С помощью пушки и подстрелим его. А, с этой стороны стрелять надо, я думаю. Стой. Сейчас надо навестись. Я уложил его, Хавьер. Вряд ли он выживет от такого взрыва. Капитан, вы сможете управлять кораблем? Да, справлюсь. Идемте, отчаливаем, пока не нагрянул кто-нибудь из местных представителей власти. Что вы будете дальше делать? Наверное, то же, что и вы. Исчезнем. Вернемся на Гаити. Поверь мне, утром нас уже здесь не будет. Хорошо. Спасибо. Мы выжили. С трудом. Ну и что теперь? И что теперь? В смысле, что теперь? В смысле, что мы возвращаемся в Лейман? Ведь мы там все в розыске. Сойдем на берег по одному. Выясним, что происходит. А может, смоемся прямо сейчас? Вернемся в Блэквотер? Нет, никакого Блэквотера. Почему? Потому что они не станут нас искать здесь. Мы уж который месяц в бегах. И сдается мне, что удача от нас, понимаете ли, отвернулась. Отвернулась и больше никогда не вернется. Мы еще даже не разыграли до конца карты свои. Нам надо небольшую сумму собрать. А потом скрыться. Они перебьют нас одного за другим. И ты это знаешь. Да, может и так. Но не может, а действительно так. Нам надо разделиться. Залечь на дно. Найти остальных. Но осторожно. Может, они попробуют связаться? Артур, ты проверишь Шейди Бель. Мы найдем друг друга в конечном итоге. А потом? Потом мы встретимся, соберем семью и достанем денег и уберемся отсюда. Такой вот у нас план. Я к тому, что мы тут все будто свихнули. Я думаю, нас просто постигла неудача. Слушайте. Я готов за семью и убивать. Если кто-то из вас меня за это осуждает, то знаете, я не буду меняться. Есть возражения? Ну? Надеюсь, этот корабль не попадет под шторм. И мы благополучно доплывем.
Господи. Ну давай, загрузка уже быстрее, грузись, блин. Дорогой дядя, это цит, блин. В этот раз повезло, мы благополучно доплыли. Сколько время, кстати, на часах? Как раз вовремя. Заканчиваем. Так, короче, отправимся в Шейдибель, в следующей серии я имею в виду, отправимся в Шейдибель, вернемся, посмотрим, там сейчас те, что остались из банды, или, ну а если нет, может быть, они там оставили записку. Ну что ж, а на этом мы закончим, довольно долгая серия получилась, с вас лайк, подписываться, с меня эпичные видосы. Следующая серия будет, скорее всего, последняя в этом сезоне, и... Короче, подписывайтесь на этот канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.